А я простила его, простила. Мля, опять. Ой, ребята, прочитали? Прочитайте. Всем здорово, Саныч, на связи. Типа, якобы хотела любимому благоверному отослать фоточку звезденки, отослала в родительский чат. Да, я представляю просто, ну, прикольная ситуация, да, вот. Там знал, как ее Лариса Ивановна, там, не знаю, там, мама Маши, там, или мама Сережи, да, как на, присылает мохнатку такую, мама Сережа, охренеть, да. Бывают такие конфузы, ребята, бывают в жизни, как бы, да. Но ничего не поделаешь, такова жизнь, ребята. И от таких интересных случаев никто не застрахован. Пишите вы в комментариях, какие у вас были интересные, пикантные, интимные случаи в жизни.